Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас 26 сентября, и мы будем рассматривать последние события и ситуации, происходящие в Беларуси. Рассмотрим, что происходит и как обстоят дела. Что же, погнали! В Вильнюсе началась двухдневная конференция белорусов мира, где об этом рассказывала Светлана Тихановская. Далее видим, что в Могилеве полноценный коммунальный ад. Вода вовсю хлещет, затапливая весь подвал. Дальше видим, как на одной из трасс города Минска перевернулся большой грузовик на пешеходе. Следующее событие – небольшая кучка мигрантов идут с багажом возле гостиницы «Вояж» в городе Минск. Далее в Польше снова была обнаружена крупная партия контрабандных белорусских сигарет, которые обнаружили на железнодорожной станции. На другом видео литовский парламентарий высказался по-белорусски, что белорусский язык становится популярным. Ну и последнее и заключительное видео на сегодня – это в Витебской области сбили школьника на пешеходном переходе. Вот такие вот дела. Благодарю всех за просмотр данного видео, до скорых встреч и всем пока!